Особый противопожарный режим, установленный на территории Ангарска с 18 до 30 сентября, продлен до 8 октября включительно. С такой инициативой выступил отдел надзорной деятельности в связи с напряженной обстановкой. В сентябре в нашем городе произошло более 15 пожаров, в которых 5 человек погибли и один получил травму. 29 числа произошел пожар в микрорайоне «Строитель» по улице Заозерная, 41, на котором тоже погиб мужчина 1977 года рождения. Нигде не работающий и ведущий асоциальный образ жизни. Предполагаемые причины – это неосторожное обращение с огнем самим погибшим или еще рассматривается причина, как нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации монтаже печи отопительной. Специалисты экстренных служб обращаются к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не использовать нестандартное обогревательное оборудование, проверить состояние печей в частных домах.